чадом моим духовным. Вам лично, ваше родное, золотое, торжествующее и ликующее, азбука жизни, дыхание сердца, закон, чтобы быть со Христом или в Ааде, и навеки вечные. Все же земное, временное, скоропроходящее, тленное, пустое и скучное, если это не любовь к Богу, не православное христианство, не закон Его. Убоимся не знать все это великое. Из духовного наследия старца иеросхимонаха Самсона. Святое старчество. Столпами веры, подвижниками благочестия называемых старцев, достигающих в своих духовных подвигах незримых высот. Это к ним, прозорливым исповедникам, едут люди со всех концов земли за помощью, наставлением, за покаянием. Это у святых их могил льются слезы очищения и благодарности. Это они привносят в наш мир мудрость, покой, святую правду. Проникая чистым взором в души людские, ведут они нас, немощных, ко Господу, к Его вечному царству. Недалеко от Москвы, в местечке Малаховка, в тихом дачном поселке, несколько последних лет своей жизни провел старец, иеросхимонах Самсон, исповедник нового времени, один из ярчайших духовных светил второй половины XX века. Его расстреливали, сажали в тюрьмы и лагеря, пытали, а он, великодушно претерпев все трудности жизни, стяжал в своем сердце величайший дар благодати Божией – христианскую любовь к Богу и ближнему. Здесь, в этом саду, он гулял. Сюда бесконечной рекой стекались к нему люди. И здесь, всегда гонимый, впервые в жизни имел он неограниченную возможность общения со своими духовными чадами, а потому и был безмерно счастлив. И страдавшиеся, и замученные житейскими бедами, исковерканные страстями приходили к старцу Самсону люди, очищенными, одухотворенными, полными надежд и желаний творить во имя Господа, выходили они от него после исповеди. Ясно и точно объяснил и преподал он, как в такое жестокое, безбожное время, в которое мы живем, стать истинным верующим и достичь святости. December 1898, в день преподобного Самсона Странноприимца, в Санкт-Петербурге, в семье графа Сиверса, потомственного военного, родился мальчик Эдуард. С детства он имел выдающиеся способности к наукам, языкам, музыке. Родители гордились и радовались успехам сына и ждали, какой путь он изберет, втайне надеясь, что их сына ждет блистательная светская карьера. И не могли они знать, что Господь уготовил их сыну иной путь, путь скорбных испытаний, монашество, духовное становление, и что станет он прозорливым старцем при жизни и по кончине своей, глубоко почитаемым русским народом. Отец, граф Эспер Александр Сиверс, был светским человеком, личным советником и другом императора Николая II. Но он был равнодушен к вопросам веры и воспитания детей не вмешивался. Старец вспоминал: он никак не мог понять, а зачем это верить и как это верить. Мать, Анна Васильевна, англичанка, образованная и набожная женщина. Она имела обычай круглый год утром читать Евангелие и молитвы. И таким образом, вспоминает старец, она в меня уже с детства вселила потребность в молитве. В 19 лет
граф Эдуард Сиверс принял крещение с именем Сергий. Выбор сделан. Началось становление в вере Христовой. «Отныне вы православны», – изрек священник, – «и причастил святых Христовых тайн». В молодом сердце графа Сиверса теплилась надежда побывать в монастыре, прикоснуться к Святому Духу обители, к ее истории. И Господь устроил так, что в 19 лет от роду будущий иеросхимонах и пастырь приехал в монастырь Саввы Крипецкого. Недалеко от города Пскова расположилась эта святая обитель, основанная в 15 веке преподобным Саввой. Став послушником монастыря, Сиверс выполнял работу на скотном дворе, кухне, был он и кучером, и табунщиком. Отец Самсон вспоминал, а литургии служили три старичка, двое пели, один иеромонах служил. А какие синодики там? И все прочитывалось за каждой литургией, за благодетелей и строителей, за сотни лет со времен Иоанна Грозного. Здесь, в обители святого Саввы, был он пострижен в рисофорные монахи с именем Александр в честь святого благоверного князя Александра Невского. Шла гражданская война. Лилась кровь русских людей. В 1919 году инока Александра арестовали, ошибочно думая, что он из царского рода. Станция Торошина. Сегодня скорые поезда проезжают ее без остановки, а тогда это был центр революционной деятельности. Здесь действовал Красный трибунал. Разбирательства были короткими, и тут же на станции за амбаром приговоры приводились в исполнение. Изнурительные ночные допросы и окончательный приговор. Уже будучи иеромонахом, батюшка вспоминал: «Мне совершенно не было страшно. Я был не один. Кто-то был со мной, какая-то сила, какой-то луч радости. Если меня поставили к стенке, значит, так нужно, потому что он смотрит на меня. Я никогда за всю жизнь даже тех, кто расстреливал, не осуждал. Стреляли из ружей в 10-15 шагах от меня, человек 6-7. Мне стало жарко, попали в руку. Это было под Покров». Монахи обители пришли взять тело собрата своего для захоронения по православному чину. Чудесным образом инок Александр оказался жив. Дальше было лечение в Петрограде и в передвижном военном госпитале, временно находившемся в Тихвинском монастыре. Там произошла знаменательная встреча с епископом Тихвинским, будущим святейшим патриархом Алексием Симанским. Александр становится и подьяконом владыки. В 1921 году Преосвященнейший Алексий направляет инока в Петроград, в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. В лавре батюшка исполнял много послушаний, среди которых особо почетное – келейника и иеросхимонаха Симеона, затворника, который был последним духовником лавры и молился о спасении страны российской в то страшное время. 25 марта 1922 года и подьякон Александр был пострижен в монашескую мантию с именем Симеон в честь святого праведного Симеона Богоприимца. Постриг совершил владыка Николай Ярушевич. В праздник Крещения Господня 19 января 1925 года он был рукоположен в иеромонахи. Время тяжелых испытаний выпало на долю Русской Православной Церкви. Несмотря на безбожную жизнь в стране и нестроение в церкви, стойкие ее сыны крепко держались веры Христовой. 1928 год. Год ареста в Александро-Невской лавре. Удивительно то, что за 3 часа до ареста явился батюшке во сне преподобный Серафим Саровский. «Помню, — вспоминает он, — вижу преподобного Серафима Саровского. Он входит ко мне в балахончике, нагибается надо мной, а я сижу или лежу, не помню, и читает мне медленно молитву, всемилостивую, и я ощущаю на лбу его слезы. Утром я вскочил и записал эту молитву. Всемилостивая владычица моя, Пресвятая Госпоже, Всепречистая Дева, Богородица Мария, Мати Божия, несомненная и единственная моя надежда, не гнушайся меня, не отвергай меня, не остави меня, заступись, попроси,
услыши. Вещь, госпоже, помози. Прости, прости, пречистая. Через 3 часа я был арестован. Это всемилостивая. Она меня оберегала 18 лет лагерей и всего прочего. Аресты, тюрьмы, лагеря на долгие 18 лет вошли в жизнь старца Самсона. Новая власть, уничтожая святыни и храмы Божии, пыталась убить душу русского народа, и надо было, несмотря ни на что, сохранить веру. А для этого надо было выстоять, обязательно выстоять. Видя бесчинство безбожников, старец верил, наступят времена созидания, наступит время возрождения православия, и, может быть, поэтому многих из своих духовных чад он благословлял на священство. Отец Валерий Ларичев, настоятель прихода во имя святых мучеников Флоры и Лавра, возрождает сегодня храм. Первое впечатление очень сильное. Это впечатление на всю жизнь. Я думаю, что это каждый человек, который с ним встречался. Я думаю, что нет такого человека, который так бы не сказал. Что это настолько сильное впечатление. Вот всем его, все это высокого роста, огромные глаза, проникающие вглубь. Ощущаешь, что все тебе знает. Это сразу. Что все знает и может ответить на любой вопрос. И это действительно так. Не было проблем, не было вопросов, на которые не получали бы. И все не получали бы ответ. Вот это так. Вот настолько... И когда, конечно, потом узнали мы все о нем, постепенно мы узнавали, кто он, что он провел очень много лет в заключении, что он граф. Это, конечно, все, но представьте, в то время, особенно, когда это 78-й год был, для нас настолько необычно, это неожиданно было встреча с таким человеком, вот что вот возникало только одно желание, чтобы вот это продолжалось как можно чаще, и можно было к нему приезжать, и с ним быть рядом, даже просто молчать. Мы, конечно... сразу почувствовали в нем человек, который может помочь, может ответить на любые вопросы, самые трудные вопросы жизненные. И ну, то, что называется, прилепились к нему сразу. И вот за это время, довольно короткое, можно сказать, 1,5 года, но ощущение такое, что прошла целая жизнь с ним. Мы ездили к нему часто на квартиру, а потом даже удалось снять ему дачу. Там, в Малаховке, где мы жили, рядышком, и общение там было очень часто. Мы прямо приходили к нему, и он даже приходил домой к нам. И ну, он столько дал нам, что это все даже невозможно сказать об этом, передать. Ну, то есть это все, что в последующем, как бы, все, что происходило со мной, то я это связываю с влиянием, с молитвой батюшки у нас, это во мне. И я чувствую его присутствие постоянно, чувствую, что связь эта продолжается. И сколько здесь будем мы жить на земле и дальше, надеюсь, и в будущей жизни эта связь уже так вот в вечности будет. В 79-м году у меня не было и мысли принять сан священства. Неожиданно для меня батюшка меня благословил на иерейство. Потребовалось так много лет, 12 лет прошло с тех пор, как вот это осуществилось, то есть я стал священником. Но вот это благословение,
Я, конечно, понимаю прекрасно, что если бы его не было, то и не было бы рукоположения. То есть именно это сыграло роль, его благословение, батюшкино благословение. И вот я счастлив, конечно, что я знал батюшку, и счастлив, что я стал священником. И этот, прохожу вот этот путь сложный, но очень интересный. И для меня это теперь жизнь, и другой жизни я не мыслю себе восстанавливать храм, жить жизнью прихода. И все время я чувствую, каждый день я молюсь, конечно, о батюшке, каждую службу. И я его все время чувствую рядом с собой. Он присутствует в моей жизни постоянно. Сон, единицы бессмертный, сотворимый и создавый человека. В Москве, на Николо-Архангельском кладбище, покоится старец иеросхимонах Самсон. Всегда горят свечи на его святой могиле, благоухают живые цветы. Сотни людей приходят сюда к старцу Самсону. Изо дня в день москвичи и паломники из других городов приезжают поклониться ему, служат панихиды, часто долго стоят, вознося молитвы, делясь с батюшкой бедами и радостями, прося о помощи. Колено преклоненно молят Господа о сотворении иеросхимонаху Самсону вечной памяти. Избранный исповедниче причудный, демонские рати сокрушителю, всехвально величаем тя, вернее чада твоя, великий старче наш, но яко имущий велие дерзновение пред Христом Спасителем, воспеваем вси, радуйся, Самсоне многострадальный, усердный исповедниче и дерзновенный молитвенниче. Приехал сюда, чтобы попросить у батюшки помощи, помощи, которую он и спрашивает нам всем у Господа, потому что сомнений нет, что отец Самсон сейчас в лике святых, просто, конечно, еще официально церковь его не прославила, но его уже народ прославил, его дела прославили, и жизнь его была такая же, как жизнь многих святых, и обращаемся к батюшке уже не просто говорим Господу, упокой Господи душу усопшего раба твоего, а уже обращаемся, помоги нам, Башка, точно так же, как мы обращаемся к святым уже прославленным. Батюшка не мог не служить. Живя в Москве и находясь за штатом, он все равно искал возможность служения Господу. Знакомый священник из Подмосковья разрешил старцу Самсону проводить богослужение в своем храме в будние дни. Духовные чады добирались туда на последней электричке, ночью служили литургию, а утром на первой электричке возвращались в Москву. Сегодня многие из них вспоминают об этих службах с особенной теплотой. У нас есть уникальная возможность услышать голос старца во время молитвы. Сам Владыко, от свадьбы, от цари, прости.
греши и беззакония, согрешения, Божия и невольная, я же ведении и в неведении, я же преступлении и послушании, каяющийся тебе. Милой Господу помолимся. Вспоминая начало своего пасторского служения, старец говорил: «Когда я убедился, уверился, что православие есть единственная истина на земле, единственное благодатное общество, сохранившееся от катакомб, от Господа, от святых апостолов, мне было уже ничего не надо. Этому я подчинил все. Это было смыслом моей жизни, то есть вечная вечность и путь спасения через православную церковь. Значит, нужно православие и нужно быть в православии, то есть в ограде церкви. И тогда я обеспечен своим спасением, если буду сохранять законы Христа и учение православной церкви. А помощь мне – отцы церкви, учители церкви, пастыри». Шесть лет лагерного заключения на Соловках, поднадзорная ссылка в Борисоглебск без права выезда и снова аресты, тюрьмы, долгие годы лагерей. Все испытал и вынес со смирением на своих плечах батюшка. В любых, даже самых страшных обстояниях жизни исповедовал он веру святую православную и благодарил за все Господа. Лагерная жизнь многих приводила к унынию и глубокой скорби. Сколько горя вынес российский народ, мук, нечеловеческих страданий, унижений, издевательств, постоянные бесконечные репрессии, предательства, ужас и страх вошли в жизнь людей. Старец вспоминал, что только молитва помогла ему пережить все эти страдания. Непрестанное Иисусово и всемилостивое, постоянное очищение сердца своим покаянием, плачем, создали в душе батюшки светлое, мирное, радостное настроение, которое не оставляло его даже в минуты тяжких телесных страданий. Сколько ни приходилось ему испытывать разного рода скорбей, болезней, он всегда был мирен с Богом. Подвижников, верных вере Христовой, лишения, болезни сломить не могли. На еще более высокие подвиги жертвенности, духовничества поднимались они над своими личными тяжкими страданиями и поддерживали других. Господь даровал старцу Самсону великое знание души человеческой. Он оказывал огромное, удивительное влияние на людей. Находил он те слова и так мог утешить страждущих, что во все времена своей праведной жизни и во всех местах, где бы он ни был, сотни духовных детей собирались вокруг него и внимали Слову Божию. Самсон в переводе означает «солнечный». И на самом деле батюшка всегда был такой яркий и такой благостный. От него выходила какая-то сила, и человек, приближаясь к нему, это чувствовал. Когда батюшка беседовал с человеком, то вот этот человек получал какую-то необыкновенную радость и силу, и надолго это хватало. Самое основное в его поучениях, он говорил, что всему основа ревность. Ревность во всем, ревность и в молитве, ревность и в подвигах, ревность во всех благочестивых делах. Когда падает ревность, нужно обязательно эту ревность восстанавливать. Если мы не будем восстанавливать свою ревность, то у нас уже падает духовная жизнь. И получается, что как бы мы впадаем в какое-то уныние, как он говорил, болото всасывает человека. И поэтому говорил, что всякое уныние нужно отвергать от себя. И он говорил, пусть унывает бес, он в преисподней, он уже осужден. А зачем нам унывать, если мы дети Христовы? Его строгое монашеское житие, у него глаза, ну, ум как был всегда собран, поэтому он обычно не разглядывал, а взор его был потуплен. Но когда он на собеседника возводил свой взгляд, то вот все
у него было как на ладони, то есть он читал человека как по книге. И это все это вот ощущали. Подсказывал он недостатки, но никогда не укорял человека. Он настолько был сочувствен, настолько любовно принимал любого человека. Как он учил каяться, как он учил молиться, как он учил себя стеречь от всякого зла. И вот этот памятник высокого такого образцового старца нашего времени, который воспитывал нас в такое безбожное, тяжелое время. Батюшка для меня это как пример всей моей жизни. Я вот недавно очень унывала, и у меня было такое состояние, я не знала, куда деваться. И я, значит, прилегла днем. И вдруг вижу батюшку, он и говорит, это, я подхожу, говорю, батюшка, а как же вы пришли? А он и говорит, что случилось с тобой? А я ей говорю, батюшка, мне поисповедоваться надо, у меня сейчас такое состояние, я не знаю, что мне делать. Я говорю, у меня Витя такой, а он и говорит, я все знаю, успокойся, успокойся. И никогда никому о себе не рассказывай. Будь всегда внимательна к себе и постарайся, чтобы у тебя совесть была чиста. Вы знаете, что если я что-нибудь вот... увижу, что такое вот несправедливость, чего я начинаю переживать. И вот это как бы переживание, я очень даже сердечно, у меня такое состояние, и я все время говорю, батюшка, что мне делать, как мне быть, мне некому помочь. И вот он ко мне пришел помочь. Все сутки расписаны, он в 5 утра вставал. Занимался иногда, ну, безусловно, келейным правилом, иногда срочные письма отмечал. Потом, значит, вот когда он у нас уже был, он уже был очень болен, у него уже боли были сильные. Вот, он снова иногда ложился, а в 9 часов вставал. После 9 часов иногда и раньше уже посетители. Он уже принимал посетителей, иногда успеет попить чаю, иногда и не успеет чай попить. А посетителей, если очень много, иногда уже 2 часа, 3 часа, он еще и чай не пил. Келейницы, значит, стучатся, батюшка, чай, некуда. Вот. Потом, значит, перерывчик немножко он беседовал, вот пока чай пил, с нами беседы вел во время чая. Потом вечерний опять прием. Вечерний прием длился тоже очень по-разному. До 12, до 2 часов ночи это все прием был. Вот. Но он урывал обязательно для молитвенного правила. И последнее время он допускал и нас. Он стоял на молитве поза осужденника. Руки по швам, голова наклонена. Вот. И, значит, слезы он свои прятал, но все-таки они у него лились, и мы часто были свидетелями плача. И почему он нам тоже рекомендовал иметь плач, потому что он говорил нам, что плач, истинный плач, не самолюбование, а вот плач о грехах или плач от умиления. И должно с этим плачем возрастать, значит, что мы без помощи Божией ничто, что без помощи Божией мы ничего не можем сделать. И вот этот путь постепенно-постепенно приводит человека к смирению. А, как он говорил, все преподобные отцы пишут, что через смирение достигается спасение. Никакие дела нас не оправдают, только если они сделаны с верой и со смирением, и с любовью. Вот смирение, любовь, вот вера, вот эти вот три столпа, которые приводят человека к спасению. В 1958 году, после долгих лет скитаний,
старец Самсон становится насельником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Эта обитель никогда не закрывалась и всегда оставалась оплотом православия. Здесь старец Самсон живет всей полнотой монашеской жизни. Но в стране идет хрущевское наступление на православие. 2/3 приходов было закрыто. Только и желали безбожники разрушить, закрыть, запретить. Светские власти лелеяли мысль о закрытии Псково-Печерского монастыря, и для нападок на обитель был выбран старец Самсон. «Бог пестом своим опять попустил мне терпеть великие скорби», — вспоминал батюшка. «За это короткое время написано 5 фельетонов, из них 3 на меня и братью монастыря. Мне смешно, что написано глупость, но там ведь не только глупости, блажь и гадость. Там и подлой клеветы немало. Вход ко мне запрещен всем. Временно не исповедую. Утешаюсь литургисанием, требами, днем в саду, полным одиночеством. На душе спокойно». Он горел огнем любви к человеку, хотя сам буквально ходил на горячих углях. Он всегда испытывал чувство огромной радости, когда выдавался случай помочь человеку. Его обвинили в преступлении, но уголовное дело рассыпалось, и впоследствии старца Самсона оправдали по всем статьям. Однако батюшка был вынужден покинуть святую обитель, оплот православия. По всей России прорастают зерна благодати и праведности, которые насадил старец Самсон во многих душах. В Старой Руси действует храм святого великомученика Георгия Победоносца. Эта белокаменная церковь была перестроена в XVIII веке на основе прежней, стоявшей на этом месте с 1410 года. Здесь последние годы служил архимандрит Агафангел, духовное чадо старца Самсона. Эти воспоминания о старце Самсоне, или, как называл его архимандрит, Ави Симеоне, а имя это носил старец до принятия схимы, последнее интервью отца Агафангела. 8 февраля 1999 года архимандрит Агафангел отошел ко Господу. Старец Самсон в Печорах, пусть он был как бы одиночкой, чувствовал, что он какой-то опали. Он сам внешне был замечательный, красивый, высокий, эрудит, энциклопедические знания богатые были. Ну и когда давал советы простецам, в простоте сердца говорит, боритесь за чистоту сердца, за мир душевный, и вот так спасетесь. Вокруг вас, как Серафим всем говорил, Христос воскресе, радость моя, тысячи спасутся. Вот думайте о человеке, не считайте, что ваша жизнь, вот как рубашка ближе к телу, принадлежит только вам. Но Господь и других создал также по образу и подобию Божию. И ближний – это всякий человек, с которым мы сегодня встретимся. И, конечно, заслушивались все и к нему тянулись. Не укажешь самому себе, своему сердцу, душе, когда вот-вот он вам стал пастырем, отцом таким духовным. Потому что это постоянно влечет, и влечет по чистоте. И вот это состояние души и влечения говорит, что он был прекрасный педагог, воспитатель и, конечно, духовник. И у него был дар этого ведения. И он всегда нам говорил, что ничем не тщеславьтесь. Если даже какое падение будет, помните, что Господь милостивее, чем человек. Надо тотчас поисповедоваться, и в мыслях особенно. Потом, когда чистота сердца есть, с чистотой сердца вы приобретаете и другие добродетели. Тогда у вас захочется вам молиться. А приезжал на каникулы, я всегда с ним общался. А в Москву я знал, что святейший патриарх Алексей I благословил ему одевать и петрохиль, порочи, вот после этого пожарища, и когда его выгнали вот с таким бесчестием с Псково-Печерского монастыря, и на горке у Тайловой башни пожарище устроили, вот одежду сжигали, а так я встречался с ним даже вот в Елоховском соборе. Я и под яконцу святителя Ленинградского и Новгородского,
то видел, вот, все приходили святители, с благословением брал, вот, благословение у них, и многие спрашивали, как ты спасаешься, старец. Вот такое внимание, я считаю, это было очень искреннее. А святейший, вот чем мог ему помочь, что позволял ему участвовать, вот, в проскомидии, а иногда служить, но большая часть, он внимал там просвы, иногда служил молебны. Вот и его такое было литургическое общение с Матерью Церкви. Я его поминаю на проскомидии, а иногда вслух, вот, поскольку если диакон, то на возрасте Божий духов, всякие плоти, я как-то есть воскресенье, живот и покой, сообщу, работаю, я поминаю. И в синодик у меня записан, поэтому духовно мне сейчас родны, духовно. Для меня старец Симеон, прежде всего богоизбранным, монах. И монах, он по призванию, и как миссионер, обладающий прекрасным даром слова и большими знаниями, он использовал. Младенцу молочко давал, а у кого были зубки, твердую пищу. Для того, кто уже знал, что закроется у страницы жизни, как пророк Давид, уже молились, скажи мне, Господи, число дней моих, то есть кончину мою, я буду знать, чего я лишаюсь. И своими проповедями, исповедью, он рождал в человеке эту веру в загробную жизнь, в вечность. Мы же слышим на Пасху, если бы Христос не воскрес, апостол Перхон воскликнул, то напрасна была вера и проповедь наша. То есть человек был с надеждой, жил, был оптимистом, и он радовался жизни. И все это в свете веры воскресшего Христа. Вечная твоя память, достоблаженная старец наш Иава Симеоне, присно поминаемый. Вечная твоя память, достоблаженная старец наш Симеон, присно поминаемый. Вечная твоя память, достоблаженный брат наш и старец Авва Симеон, присно поминаемый. Спасибо, Господи, мир вам. В 1966 году иеромонах Симеон принял великую схиму с именем Самсон. Старец говорил: будучи заштатным священником, живя в Москве, переезжая с квартиры на квартиру, терпя всевозможные невзгоды и неприятности, которых бы я и врагу не пожелал, я дошел до того, что здоровье резко ухудшилось, и я был разбит параличом. Чем и пролежал год, пережив страшно много радости и горя, радости, конечно, пастырской, потому что окружен был такой бесконечной, огромной любовью своих духовных чад, которые меня так без конца любят. Могу сказать, что я богатый человек, потому что именно все эти радости духовничества, они как бы компенсировали все мои невзгоды. Но все-таки я могу сказать, что я счастлив тем, что я пастырь, православный священник и монах-схимник. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, села Тайнинское, Московской области. Говорит настоятель храма, протоиерей Владимир Агриков. Отца Симеона знаю с 1961 года. Студентом Московской духовной академии я приехал в Псково-Печерскую обитель. Слышал о нем раньше, как о человеке праведном и святом. И, естественно, как будущий священнослужитель, хотел его видеть и получить от него благословение. Нужно сказать, что в тот период решался у меня жизненный вопрос, или мне идти монашеским путем, или путем семейным, брачным. И ввиду этого я объехал всех духовников того времени. Это был схиигумен Кукша, ныне прославленный, отец Иосиф, известный старец Почаевский, схиархимандрит Андроник и Серафим, глинские старцы. И вот я пришел в келью отца Симеона.
Пришел, конечно, таким внутренним, с внутренними противоречиями. Не знаю, как мне поступить дальше, как быть, какой избрать путь. Меня поразило в нем то, что свойственно святым. Я бы сказал, это благодатность, наполненность благодатью. Он мне советовал принять монашество. Видимо, это было как раз результатом моих переживаний или моей большей склонности к этому пути. Но я каюсь. Я вступил в брак и принял священство. Последний раз, когда я видел отца Симеона, был он человеком гонимым. Был я уже священником, окончил уже академию. Это был, сейчас скажу вам, 1967 год. Отец Симеон, отца Симеона я встретил в Елоховском соборе. Нас вызвали для награждения. И вот там последний раз в жизни, после долгого периода, видел я его студентом, встретился уже священником, покаялся я перед ним, уже, так сказать, по-братски, по-сыновнему, и получил вновь благословение на предстоящий тот путь, на котором я уже иду более 30 лет. Святой праведный человек. И вот в тот период эти вот праведные люди, их было несколько, я их перечислил. И как-то они, как цветы в райском саду, они жили в одно время, благоухали в одно время. И как-то в одно время все ушли в вечность. Из письма старца Самсона в женский монастырь, духовным чадом, написанное после их пострига. «Дорогие мои отныне, сестры, спасайтесь, о Господи! То, что вы хотели, то, о чем мечтали столько лет, все совершилось сегодня. Монашество – это путь радости и ежедневного мученичества, иначе невозможно возлюбить Господа, ради чего вы оставили мир и отдали Ему себя. Это самый краткий путь, другого пути нет. К нашему великому счастью, мы православные люди, мы в ограде Святой Православной Церкви, мы причастники Духа Святого. Над вами совершилось сегодня таинство, вы его берегите». Снятогорский женский монастырь в городе Пскове. Совсем недавно возродилось здесь монашеское делание. Духовник этой обители, архимандрит Гермоген, духовное чадо старца Самсона с начала 50-х годов. Так мне случилось, что мне не пришлось участвовать в его погребении. Но до сих пор в моем как бы уме вот все такое живое, его келья, как он встречает, как значит, где он живет, и как будто он для меня не умер, телесно даже, что он мне как живой, как сейчас. Батюшка прекрасно был очень образованным человеком, вот, и он и других много иностранных языков знал, и как врач, и как богослов он знал, он прекрасно знал, значит, вот особенно я спрашивал, кто вот, чем вы как руководство своим брали в своей жизни, он говорит, я руководствовался в основном Феофаном Затворником, он говорит, что его еще не изучал, его духовный нравственный образ жизни. И он мне говорил, что Игнатий Брянчанинов – это тоже святой человек, только он как дает азы, значит, начало. Это как буквы, начальные стадии, так сказать, духовной жизни. А Феофан Затворник, он же работал в духе, как правильно избавиться или очиститься от той иной страсти. Вот поэтому отец Самсон вот это старался в себе, так сказать, воплотить. Он очень хорошо знал Иоанна Лествичника, поскольку, находясь даже в Александре Невской, когда будучи еще иеромонахом, у него вся келья была исписана в этих выдержках, и он их на память изучал, поэтому старался воплотить. И вот поэтому его молитва и вот это воспитание вот, в таком духе, так сказать, святоотеческом, он любил в последнее время, особенно старца Силуана, вот Афонского, да, и он даже сравнивал, когда им приходилось решать какие-то вопросы, он сравнивал, они подходили, ну, согласны ли вот такого старца, его там, кстати, воззрение и там потом вопросы. За Иисусову молитву я спрашивал у батюшки, как вы вот могли стяжать эту молитву, вот, и главное, для как монах, оружие такое. Он говорит, конечно, я как все занимался ей, так, но особо мне, значит, вот Господь дал дар такой, потому что когда я был вот в ссылках, испытывал такой вот, когда был в карцере,
когда особое такое, значит, место, не дай бог туда никому попадать, вот особое, да. И вот это, значит, где там нету, малый только, так сказать, свет, лучи попадают, и не дают, как говорится, еды, хлеба, и только воды там стакан, и сколько-то, и или комочек сахару. И постоянно за этим, в окошечко за этим человеком наблюдается, ну, сажает, может быть, говорится, на неделю или там на две. И поскольку человек, значит, вот такой слабый, без всего он начинает у него впоследствии, как он находясь здесь, снижается головокружение и все прочее, и мало кто выдерживал там. И вот тут уже мог вот человек, значит, вот, так сказать, скончаться. Поэтому, говорит, я все эти, ну, как бы, практически, вот, серьезно все знал последствия. Да, и поэтому, когда, говорит, меня туда вот бросили, то я знал только, что одно единство, упование – это на Господа Бога, да, иначе здесь ничем не выдержишь, и к Матери Божией. Я, говорит, поэтому стал молиться, и день, и ночь я плакал в молитве и в плаче, вот, и постоянно знал, что как, ну, как бы, отходы из этой жизни, такой смертельный, знал, что потому что люди здесь не выживают, и поэтому я себя как готовил, как для будущей жизни. И вот постоянно вот это, так сказать, вот этот плач и покаяние, потом, когда я, говорит, выдержал с Божьей помощью, то породилось вот такое благодатное состояние. Он это понимал, значит, дар этой любви, и вот этой молитвы, и главное, как не старался именно вот покаяние в людях воспитывать, говорит, на первом всего месте это покаяние, монах это есть, безграничный или океан, значит, самоотвержение, покаяние и вот такое именно, значит, безграничное смирение, то есть вот это стремление к Господу, да. И, безусловно, он вот старался и пролить свою любовь, вот такая была жертвенная по отношению его, значит, вот чад, которых он упасал, то есть он большинство брал немощи этих людей на себя, на свои плечи. И поэтому мы, примерно я сам за себя скажу, что мы никакой нужды не имели, хотя вот испытывая различные трудности, мы только, наше дело только ему чисто сердечно, по-детски ему рассказать за свое все происходящее внутри и вне. А остальное уже операцию, все, как, кстати, он сам произведет, зная, что для тебя, для твоей души было полезное. Вот. И поэтому батюшка, конечно, вот для нас дорог, и вот и потому что он именно как воплотитель был и смирений, и учитель покаяния, и, значит, учитель Иисусовой молитвы, и терпения, главное, чтобы он сам показал пример, да, терпения. Вот когда ему случалось, бывало ему терпеть различные вот такие болезни, там и скорби, которые он испытывал, он никогда не просил у Бога, чтобы Господь снял этот крест с него. Он знал, что это, говорит, мое. Я другим могу помочь, там, скажем, в молитвах, а себе не помогал, потому что только предавал себя воле Божией, что это мне назначено, и это в этом воле Божией. И от этого нужно только смиряться и благодарить Бога, что, значит, Господь так вот выражал свою любовь. Портрет, который сейчас вот это перед нами, нашим взором, это последнее было письмо, написано самим батюшкой Самсоном, как бы на, ну, вот такое напутствие, или как и просто просьба его святых молитв, когда он перед его сложной операцией, поскольку у него болезнь была раковая, исход его был уже ясен, что поэтому он никому не отказывал. И все, кто знающий его, и свои, и близкие, которые вообще знали, все они приходили, как бы прощались с ним. И я в то же время был в Москве, и к нему зашел, и вот мы так любезно с ним попрощались. То есть он лежал на диване, он так любезно меня обнял, мы так по-братски обнялись друг друга, так со слезами, так сказать, распрощались. И безусловно, он, одно было его, так сказать, как бы просьба, что святых молитв просил,
помнит, то есть его вот, святых молитв, и просил о том, чтобы я просил взаимно его святых молитв. И он говорит, если Господь меня сподобит предстательство, я буду всегда, значит, вот, как помогал, так буду тебе содействовать, помогать твоей вот так пасторской жизни. И для меня это было очень тоже дорого и ценно. И вот тоже последние такие слова, и письменные, и непосредственные, устно сказанные вот при нашем общем прощении. Да. Спасибо, Господи. Последний период своей земной жизни старец Самсон провел в Москве, живя у своих духовных чад. Часто приходил молиться батюшка в храм во имя святителя Николая Чудотворца в Кузнечной Слободе. Здесь он исповедовался, причащался святых христовых тайн. Старец часто повторял своим духовным чадам: исповедь должна вестись часто и искренне, ведь больны всякая недосказанность, хитринка, извороты, доли неправды. Вспоминает о старце ректор православного Свято-Тихоновского богословского института протоиерей Владимир Воробьев. Стоял на литургии, потом, когда в конце литургии духовенство причащается, он надевал филонь, епитрахиль, поручий филонь, и причащался в святых христовых тайн. Всегда очень благоговейно, всегда очень радостно. Это было событие. Приход отца Самсона был, конечно, событием для всех нас. А я в это время по благословению отца Всеволода бывал всегда тоже в алтаре. И вот здесь состоялось знакомство. Мы все подходили к отцу Самсону, брали благословение у него, задавали ему вопросы. Вот он производил впечатление аскета, подвижника. Такой удивительно худой, с горящими глазами. Видно, что было сразу видно, что он очень много перестрадал. И знали мы, что он пользуется большой любовью и почитанием. Когда я стал священником, это было в 79-м году, Господь неожиданно меня привел послужить отцу Самсону. Дело было так. Отец Самсон болел раком, и в этот период он уже не вставал с постели. Его последняя болезнь и кончина застали в доме у его духовных чад около метро Академическая. Болезнь доставляла ему сильные страдания. И он должен был принимать обезболивающие средства. Но по какой-то вот ему понятной логике он хотел каждый день причащаться, ожидая смерти, но натощак, до принятия лекарства. До утра ждать он не мог, боли были очень сильные. И поэтому он просил причащать его каждый день после 12 часов ночи, в начале первого. И вот я последние две недели его жизни, каждую ночь, ходил его причащать. Отец Самсон каждую ночь исповедовался перед причастием. Он никогда не дерзал принять святые тайны без исповеди. Хотя, как священник, он имел право причащаться и без исповеди. Тем более, что он исповедовался уже много раз, и в это время он болел тяжело, и, конечно, уже никаких грехов особенных у него быть не могло. Но, тем не менее, он желал исповедоваться каждый день, каждую ночь, лучше сказать. Исповедовался очень подробно и очень внимательно. Исповедовался, можно сказать, с такой болью сердца, с таким
с такой скорбью и страданием, что это было для меня наукой больше, чем слова его, которые я от него слышал. Вот сам этот образ такого умирающего старца, который с великим подвигом труется над своим духовным состоянием, над своей душой, готовится дать последний ответ Богу и старается очистить свою совесть, этот, конечно, образ остался для меня на всю жизнь незабываемым. Когда он скончался, то, естественно, было, что отпевали его в нашем храме. Было множество народа, было очень торжественное отпевание, очень была торжественная служба. Суть прожитого дня, писал старец иеросхимонах Самсон, мольба о христианской кончине. Если мы в течение дня забыли эту мольбу, удостой меня христианской кончины, дай мне христианскую кончину, сподоби меня христианской кончины, то день прошел напрасно. В пятницу 24 августа 1979 года в 16 часов 20 минут старец иеросхимонах Самсон отошел ко Господу. Отпевали батюшку в церкви Николы в Кузнецах. После совершения чина обнесли вокруг церкви под колокольный звон. Погребли на Николо-Архангельском кладбище по слову старца рядом с его духовным чадом, священником Виктором Аданичковым. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое. Столетие со дня рождения старца Самсона. В этот день сюда, на могилу старца, приехали духовные чада, знавшие старца при жизни, и те, кто обрел духовное родство со старцем уже после окончания земной жизни Авы. Батюшки, сменяя друг друга, целый день до позднего вечера служили панихиды. Дивные, великие старцы, духовники, исповедники, подвижники благочестия, для нас являете вы собой пример высокого служения Церкви, народу и Богу. По молитвам вашим дарует Господь свою милость. Люди, взирая на ваши скорби, дивясь вашей стойкости в вере, смирению, усердию в молитве, милосердию и духовной любви к ближнему, видят божественную красоту и силу православия. Знают, что в Церкви Христовой оплот истины Божьей на земле, сокровищница высоких благодатных дарований и путь к небесному блаженству. Верность Христу он пронес в самые тяжкие годины лихолетия и нашел в себе именно и мужество, и мудрость расценить, что все это переживает он не за что другое, как именно за Христа. Вот этому и нам должно, собственно, у него учиться. И нам должно сейчас не просто ему панихидке служить, а нам воспринимать от него вот ту колоссальную веру и тот неимоверный подвиг, который он стяжал и в своем мученическом противостоянии, и в своем молитвенном бдении. Вот за все это мы как раз сейчас и будем ему провозглашать вечную память, которую даровал бы ему Бог. Не где-нибудь, а частично в человеческих сердцах, а в основном в духе своем, чтобы именно в его духе
и упокоился ныне всезаименитый, преснопоминаемый иеросхимонах Самсон. Ангелам подобнее, всею жизнью своею проповедовал еси веру православную, терпя узы и страдания до смерти. Тем же и мы благодарственно вопием тесица. Радуйся, о великий наш старче, радуйся, новомучеников друже, радуйся, исповедников собеседниче, радуйся, страстотерпцев ученичи, радуйся, старцев духовные братья, радуйся, иноков добрый отче, радуйся, Самсоне многострадальный, усердный исповедничи и дерзновенный молитвенничи. За это время я в Москве переменил 11 квартир. Фактически я живу на колесах. Будучи прописанным в Владимирской области, я живу в Москве. Но все-таки могу сказать, что я счастлив. Счастлив тем, что я пастырь, православный священник. И монах-химник. Это моя личная сокровенная жизнь. Если меня бы спросить бы, то если бы я бы умер и опять ожил бы, кем бы я бы хотел быть? Я опять бы сказал, непременно монахом. Непременно русским православным священником и непременно химником. Высшего блага и высшей награды от Бога на земле, человек ныне.